Существует много способов сделать жесткую говядину мягкой. Я предлагаю вам свой фирменный рецепт, который точно не подведет. Разрезаем киви пополам и натираем им говядину. Очень хорошо также выжать из киви сок на мясо. Этот экзотический фрукт богат витамином С, который придаст нежность говядине. Даем мясу постоять минимум полчаса, после чего укладываем на разогретую сковороду и жарим. Кажется, готово. Сок киви сделал свое дело. Жесткая говядина стала мягкой и к тому же приобрела необычный привкус экзотического фрукта.